которой у никого не ра... никого директора у нашего директора есть большая собака, ее зовут Рекс, сказал Витя. Нет, не Рекс, а Кекс. Поправил его Слава. Нет, Рекс, нет, Кекс. Мальчики поссорились. Витя ушел на другую парту. На следующий день Слава не решил заданию на дом задачу, а Витя подал учителю неряшливую тетрадь. Спустя несколько дней дела пошли ее хуже. Оба мальчика получили по двойке. Ты знаешь, Аня, это что двойки? Нет. Это, потому что есть школьные, которые нумеры, чтобы говорить, если тебе хорошо это сделали или плохо. А двойки это плохо. Они получили двойки, потому что один не помогал, потому что у одного были кляксы, а у одного не было ничего правда, потому что они не помогали другим. А потом они узнали, что собаку директора зовут Райлиш. Значит, нам не из-за чего ссориться. Обрадовался Слава. Конечно, не из-за ничего согласился Витя. Оба мальчики снова уселись на одну парту. Вот тебе и Рекс, вот тебе и Кекс. Противная собака. Две двойки мы из-за нее схватили. И подумать, только из-за чего люди ссорятся.